В воскресенье в Самарской области небо будет пасмурным с прояснениями, осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем 0 плюс 2 градуса, ночью также от 0 до 2 выше 0. В Сызрани пасмурно и дождь, днем плюс 2, ночью также плюс 2 градуса, юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем плюс 1 градус, ночью плюс 2. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, небольшой снег. Днем 0 градусов, ночью плюс 1. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 92%. Геомагнитное поле возмущенное. Малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.